Вот. Мистер Уолтерс, это Александра Козинцева. Здрасте. Здравствуйте. Прошу вас, будьте добры, оставьте нас на некоторое время. Конечно, конечно, разумеется. А. Извините. Нэш, let's start. All clean, Mr. Walters. Thank you, Nash. Позвольте представиться. Cadogan Walters, адвокат мистера Терренс Харпер. В связи с волей моего покойного клиента мне поручено огласить завещание Терренса Харпера в той части, которая касается вас. Простите, пожалуйста, но я не знаю никакого Терренса Харпера. Сейчас я все объясню. Если вам будет угодно, я зачитаю вам завещание, мистер Харпер. Это займет около получаса. А может быть, лучше просто изложить кратко суть дела? Ага. Хорошо. После смерти моего клиента Терренс Харпер, его состояние, включая нефтяную корпорацию, унаследовал его сын. Единственный, что немаловажно, сын Джеймс Харпер. Кроме того, у мистера Харпер остался счет в швейцарском банке, на котором 18 миллионов фунтов стерлингов. Если вы сумеете выполнить волю моего покойного клиента и сумеете выйти замуж за его сына Джеймс Харпер, то половина этих денег будет принадлежать вам. Я понятно излагаю? Uh-uh. Ну, вы действительно сможете получить 9 миллионов фунтов стерлингов в том случае, если через год сумеете выйти замуж за его сына. Для вашей подготовки уже создана специальная бригада под руководством Урмас Шольц. Погодите, погодите. Вы меня разыгрываете. Мне ваша реакция абсолютно понятна. Я тоже был озадачен. Да, да, когда мистер Харпер показал мне завещание за более чем полувековую юридическую практику. С такой формулировкой завещания лично я столкнулся впервые. Но вам не надо беспокоиться. С точки зрения юридической, завещание составлено безукоризненно. И оспорить его, ну, это совершенно невозможно. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки этот... Ой, забыл его имя. Терренс Харпер. Да-да-да, почему он все-таки решил осчастливить именно меня? На все вопросы вам ответит мистер Урмас Шольц. Ну, разумеется, в том случае, если вы примете данное предложение и подпишете контракт. Ну, каков ваш ответ? Я не могу сразу ответить. Мне нужно подумать. Хорошо, хорошо, можно подумать. До завтра. Садитесь быстрее. Ой, садитесь сюда, пожалуйста. Спасибо. Угу.
Тебе нравится книжка? Угу. Анька, меня уже уволили. Привет, пронесло. Привет. Зиновьева сама задерживается. Да ты что? Да. Они поперлись с Людочкой тюль покупать в кабинет. Да? Да. Людочка-то у нас не только бухгалтер и знаток чайной церемонии. Она еще и дизайнер интерьера. Незаменимый работник. Да, лихо она за директрису взялась. Да, Людочка, я даже где-то читала, что зеленый цвет успокаивающе действует. Здрасте, Ольга Кирилловна. Здрасте, Ольга Кирилловна. Здрасте. Ну что, все по списку привезли? Да, вот все здесь. Ага. А, Ольга Кирилловна. А что не разложили? А я вот сейчас бегу. Ага. Ольга Кирилловна, а я думаю, шторы надо сделать на тон потемнее повесить, но так, чтобы контраст не слишком яркий был. И тогда мы будем смотреть, и глаз отдыхает. Приятно. Да-да-да. Ой, а ты чего такая кудрявая? Ой, экспериментируем, Ольга Кирилловна. В обед расчешись. А то покупателей мне всех распугаешь. Людочка, я с тобой совершенно согласна насчет этого левого окна. Вот, блин, горелый. Умеют же некоторые стелиться, да? А может, поучимся? Ага, сейчас. Бежим, спотыкаемся. Анька, а вот скажи, вот если бы... Если бы на тебя свалилась куча денег, вот ты бы что сделала с ними, а? Квартиру бы купила, машину, по свету бы покаталась. Я же не видела ни черта. И дайвингом бы занялась. Я, знаешь, плавать люблю. Привет, Максим. Котенок, привет. Я соскучился, честно, абсолютно честно. Слушай, давай встретимся, а? Я здесь кафешку хорошую примет в японской кухне. И... Послушай меня внимательно. Если ты не приедешь, я сделаю себе харакири. Говорю тебе абсолютно честно, поэтому быстро скажи. Максик, я тоже по тебе соскучилась. А я не соскучилась, Максим. Ну ладно, ну перестань, ну пожалуйста, не дуйся. Ну давай встретимся, а? Ну я очень хочу тебя увидеть. Слушай, ну приходи. 8, хорошо? Ну хорошо, увидимся сегодня в 8. Пока. Пока-пока. Саш, я не понимаю, чего ты выпендриваешься? Выходила бы замуж давно за своего Макса. Москвич, все при нем. Да ты знаешь, что-то пока не зовет. Погоди. Не все сразу. Серег, смотри, во. Мужчине созреть нужно. Ну, давай берем эту. Понять бы, что за зверь. А что? Не написано. По-моему, партия вполне приличная. Да ладно, брось ты. Главное, родить поскорее. Пошли отсюда. Тогда он точно никуда не денется. Глебович, я понимаю, что дело важное, но я же сказал, я тебе перезвоню. Я сейчас очень занят. Очень занят. Все, пока. Сашенька, ты прелесть. Смотри, все проще простого. Берешь палочки. Раз. Два. И три. Оп. Максим, у меня никогда не получится. Это так сложно. Ерунда, сейчас. Девушка, да? А принесите, пожалуйста, вилку. Хорошо. Максим, ну не нужно. Зачем ты меня позоришь, Максим? Да брось ты. Это комплексы. Да хоть поешь нормально. Хорошо. Что? Максим, ты хотел мне что-то сказать? Да. Я... в общем, все обдумал. И ты, конечно, права. Наши отношения должны как-то развиваться. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Держи. Ваша шампанское. Надо что-то решать. Максим. Послушай, я очень привязался к тебе. И правда, ты самая лучшая из девушек, которых я встречал когда-нибудь. Только, понимаешь,
Мы не должны с этим торопиться. Брак – это страшная ответственность. Нельзя это решать все в попыхах. Согласна? Да, я согласна, Максим. Вот. Давай спокойно все это обсудим, взвесим. А потом вернемся к этой теме. Хорошо? Хорошо. Я тоже считаю, что торопиться не нужно. Ты умница. Ты самая лучшая. Я всегда это знал. Ты самый лучший котенок на планете. Послушай, а можно я сейчас тебя брошу? Ну, в смысле, отойти мне надо. Максим, ну у тебя шутки, иди, конечно. Я быстро, ты кушай. Алло, извините, Максим сейчас не может подойти к телефону, он занят. Кто это такая? Ну, вообще-то я его невеста. Подождите, подождите, а вы кто такая? Будьте добры, еще бутылочку. А вот и я. Сашенька, что ж ты не ешь? Вилочку же принесли. Кто такая Ирина? Черт. Ира. Ира – это моя коллега. Мы вместе работаем. Такая толковая девушка. Перспективный работник. Интересно. Ты на какой же работе ты встречаешься с ней уже год, если полгода назад ты сменил работу? Сашуль. Ну, чё ты как Шерлок Холмс, правда, а? Нет, Максим, ну, если мы говорим о будущем, я просто хочу знать. Котенок, ну чё ты себя ведешь как маленькой, правда, а? Я к тебе, честное слово, очень серьезно отношусь, очень. Ну, просто, ну, просто понимаешь, ну, мужчине, ну, нужна какая-то всегда такая, ну, как тебе это сказать, а? Личная свобода. Понимаешь, мужчина всегда склонен к полигамии. Это же общеизвестно, и это никак не изменить. Девушка, не дайте, пожалуйста, воды без газа. Я вас очень прошу. В горле что-то пересохло. Хорошо? Поскорее, пожалуйста. Спасибо. И вот здесь, пожалуйста. Ага. Это все? Все. Go to the car, I'll be right there. All right. А что же мне теперь делать? Ничего. А вы говорили, что я после подписания договора смогу
задать вопросы мистеру Шольцу. Можно его увидеть? Мистер Шольц найдет вас сам. Good luck to you. Всего доброго. Ну да, удачи. Будь здоров. Всего пока. Доброго. Цирк и мишки. Мужчина, простите, у вас закурить не будет? Будет. Спасибо. Нет, спасибо. А что так? Я потом. Ну, как знаете. Все. Начинаю новую жизнь. Урманс, я у магазина. Иду заказывать зеркала. Что тебе смешно, да? И одного тебя, меня тоже. Иди ты. А тебе за что? Зарплата и так маленькая. За пьян. Добрый день. Добрый. Я могу вам чем-то помочь? Да, мне нужны зеркала. Большие зеркала. Большие зеркала. Пойдемте, я вам покажу. У нас очень большой ассортимент зеркал. Ну, зеркала в оправах, без рам, тяжелые, высокие. Вроде такого, но не совсем то. У вас можно оформить индивидуальный заказ? Ну да, конечно, можно. Я просто не понимаю, а что конкретно вам нужно? Мне нужны большие, в рост человека зеркала и совсем без рам. Я понимаю, но сколько? И какого конкретно размера? Мне нужно закрыть зеркалами стену. Ну, как в танцзале. Это возможно? Да, конечно, возможно. Но, наверное, все-таки придется немного подождать. Надеюсь, недолго. Нет, недолго. Конечно, недолго. Недельку. Нет, можно раньше. Вот лучше раньше. Хорошо, раньше. Тогда я лично позвоню на фабрику и... Прошу вас, давайте оформим заказ. А вам с доставкой? Дело в том, что вам могут помочь установить все эти большие зеркала наши высококвалифицированные мастера. Доставка и установка не нужны. В своем доме я все привык делать. Сам. Я понял. Прошу. А для кого? Для меня. А ты со мной в футбол сыграешь? Сыграю, только попозже. Не врешь? Зуб даю. Тогда ладно. А что нужно сделать? Смотри, сейчас из подъезда выйдет дядя и сядет вон в ту машину. Ты подойдешь и скажешь, что Саша уехала к отцу. Уехала навсегда, искать ее больше не надо. Запомнил? Угу. А почему не надо? Да просто не надо и все. Угу. Давай, беги. Держи. Молодец. Обалденно. Барбариска, ты не знаешь, Сашка пришла? Ну так зови давай.
Барбариска, ты чего? Ты чего? Ну, пойдем. Пойдем. Здрасте. Здрасте. Вы знаете, нам сегодня директриса сказала, что будет скоро зарплата. Я вам тогда все отдам, ладно? Ладно, отдашь, когда сможешь. Я тогда на взводе была, не обижайся. Садись с нами ужинать. А то в твой холодильник заглянула, а там мышь повесилась. Спасибо. Давай, давай. Ешь, а то остынет. После будешь благодарить. Так, а ты чего сидишь? Тебе тоже на месте все положено. Иди. Можно шалатику положу? Ну, конечно. Ой, ой. Спасибо, очень вкусно. Естественно. Ну, как дела-то вообще? Вообще-то ничего. Угу. Мне работу новую предложили. Да? Угу. В Англии. Ничего себе! В Англии? Угу. Повезло. Не знаю. Страшновато как-то. А чего страшновато? Язык ты знаешь, значит, не пропадешь. А надолго ехать-то? Пока сказали на год. А потом как пойдет? Но все одно в Англии-то лучше, чем здесь. Особенно, если здесь ничего не держит. Или держит. Теперь не держит. Ну и правильно. Так ему и надо. Спасибо. Пока ты был на процедурах, звонила твоя названная сестра, просила передать, что устраивается на работу, уезжает и не сможет тебя долго навещать.
Олесь, ну как, ну? Аллочка, срочно в банк. Хорошо. Алюсь, ну что насчет сегодняшнего вечера? Я уже столик заказал. Хорошо, если, конечно, наш босс будет не против. А при чем здесь наш босс? А дело в том, что он меня сегодня тоже пригласил. И представь себе, в ресторан. Алюсь, ну мы же договаривались. Ну, мы с тобой договаривались предварительно. Я же не знала, что он меня тоже пригласит. А он мужчина представительный, ему трудно отказать. А он, между прочим, женат. Жена не стена, подвинется. Извините, ради бога, мне нужно узнать. Что вы хотели? Можно с вами поговорить, извините. Алюсик, я еще не прощаюсь. Мы с тобой еще все обсудим. Пойдемте. Садитесь. Ну, что вы хотели? Помните, 2 недели назад я встречалась у вас с мистером Уолтерсом. Уолтерсом? А, ну да, конечно. Так вот, я хотела бы узнать, нельзя ли мне с ним еще раз увидеться? Ну, почему же нельзя? Можно. Только для этого придется летать в Лондон. Почему в Лондон? Да так. Понимаете, господин Уолтерс обратился к нам с просьбой обеспечить встречу с вами, просто потому что у него свое представительство пока в Москве нет. Эдик, ну ты где? Ты что, не видишь, я занят? Невозможно работать. О чем я? А постоянно мы с ним не сотрудничаем. У нас пока, извините, масштаб не тот. Так что простите, девушка, ничем помочь не могу. Ой, слава богу, домой. Ну что, ты готова? Ага. Пойдем. Девочки, вам сегодня придется задержаться, убрать торговый зал. С чего это вдруг? Приказ Ольги Кирилловны. А почему это мы должны убирать торговый зал? Ну, уборщицу уволили, и пока не найдут новую, придется вам убираться. Так а почему же нас никто об этом не спросил? Тише, тише. Ну, погоди. Так что, мне передать Ольге Кирилловне, что вы отказываетесь помочь магазину в трудную минуту? Ну, передай Ольге Кирилловне, да что… Да вы не против помочь. Просто надо было как-то заранее предупредить. Хорошо, хорошо. Швабры, ведра в подсобке. Блин. Здрасте. Привет. Вот. О, очень кстати. А что у тебя вид такой кислый? Как будто не зарплату получила, а кошелек тебя уперли. Случилось чего? Да нет, ничего не случилось. И, наверное, не случится. Ну ничего, значит, и ничего плохого. И все нормально. Не кисни. Хочешь, я тебя на будущее раскину? Ну, давайте. А ты не улыбся. У меня, между прочим, бабушка была. Высококвалифицированная, профессиональная гадалка. Она даже день своей смерти по картам узнала. Так, вот, дорога тебе, девонька. Дальняя и долгая. Ну, и когда же? Не смейся, карты правду говорят. Скоро дорога, очень скоро. И? А что там? Да ничего, ерунда какая-то. Видно, за столько лет и вправду разучилась. Бог с ними, с картами, врут и не краснеют. Давай-ка лучше чайку попьем. Ну, чё англичане-то твои? Ну что-что, говорят, ждите. Ну, а ты? А я жду. Представляешь, Барбарисыч,
Две недели тоже прошли. А англичане молчат. Служи, 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 служи. На. Вот как думаешь, меня разыграли? Хотя с другой стороны, вот скажи, кому понадобилось меня так глупо разыгрывать? Кому-то понадобилось. И вообще, как можно было в это поверить? Английский миллионер и я. Почему я? За что я? Дура я, Барбарисыч, дура. Губу раскатала на красивую жизнь, да? Ну-ка. А ну брось! Брось, я сказала! Сколько раз просила не кормить собаку сосисками? Ну, вредно, неужели трудно запомнить? Не кричите на меня, пожалуйста. Ладно, проехали. Сегодня наш Давыдов козел. В труп новую любовницу приволок. А у нее номер с пуделями. Как будто в программе нет уже готового номера с пуделем. Вот такая вот сволочь наш Давыдов. А ты все при встрече норовишь ему руку лизнуть. Ой, выжить нас эта молодая стервь, как пить дать. Старенькие мы с тобой становимся, Барбариска. Ничего тут не попишешь. Попрут нас скоро из цирка. Что тогда делать будем, а? В бродячие артисты пойдем, в подземный переход. Ну вот. Ну а ты чего, рёва корова? Я ничего, я просто подумала. Меня ж пока не гонят из этого магазина. Ну вот, пока хоть какая-то работа есть, все хорошо, и грех жаловаться. Ну-ка, подбери сопли. Москва соплям не верит. Слышала? Вот. Перелет очень утомительный. Перед самой посадкой самолет трясло так, словно он вот-вот развалится. А как это называется? Турбулентность. Именно. Никак не могу отойти. Вы первый раз в России? Да. Завтра могу устроить вам экскурсию по Москве. С удовольствием. Положительные эмоции весьма кстати. Скажите, а этот центр, он ведь в лесу? Угу. Надеюсь, там, куда мы едем, нет медведей? Нет. Лес есть. Медведей точно нет. Я проверяла. Замечательно. Готово. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Ну что ж, неплохо. Очень даже неплохо. К завтрашнему дню все будет готово. Угу. Тетя, она не крутится. Для этого ветерок нужен. 23.50, да? 23.50. Сейчас выйдем на улицу, и она закрутится. Смотри. Держите. Смотри, 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 еще 50 копеек. Крутится? Крутится! Крутится! Пожалуйста. Спасибо. Ну, а мама что тебе говорила? Пойдем. Спасибо большое. До свидания. Большое. До здоровья. До свидания. До свидания. Леночка, пойдем. Умеешь ты с детьми. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. На последнее на склад заходила. Александра! Да? Что-то случилось? Александра, ты вчера вечером была на складе? Да. Так у нас мыльные пузыри закончились, я новую коробку брала. Так я же сказала Татьяне Алексеевне. Вот-вот, Ольга Кирилловна, я за ней склад закрыла, утром пришла, и что, здрасте? Здрасте. А что здрасте? Здрасте, я ваша тетя. Вчера со склада пропала целая коробка с дорогущими радиоуправляемыми машинками. А я здесь при чем? Интересное дело. А кто же еще здесь может быть при чем? Да что? Мы вчера вместе с Сашей из магазина уходили. Не было у нее с собой никакой коробки. Да, конечно! Да, так она тебе и сказала, что у нас коробка. Погодите, погодите. Вы хотите меня что, в воровстве обвинить, что ли? Вы себе что позволяете? Ольга Кирилловна, посмотрите, она еще и хамит. Нет, да пойдемте на склад, я вам сейчас все покажу. Пойдем, пойдем. Я вам покажу, пойдемте. Так,
была? Красная, с белыми буквами. Да что ты ее ищешь? Нет ее здесь. А что ты так уверена? А ничего. Может быть, ты эту коробку сперла? Что? Ты что-то себе позволяешь? Ничего себе не позволяешь. Посмотри, посмотри. Что это такое вообще? Так, Козинцева, если через 15 минут коробка не обнаружится, считай, что ты уволена. А мне на этот ваш спектакль смотреть некогда. У меня дел по горло. О, а вот и коробка. Фух. Это, Оль Кирилловна, виноват. Вчера из машины последние две коробки не выгрузил. Запамятовал. Меня Сашка отвлек, зараза. Но я посчитал, здесь все как в накладной, ну, честное слово. Хорошо, хорошо. Недоразумение разрешилось, все по местам работаем. Да. Ольга Кирилловна. Да? Я бы на вашем месте извинилась. Что? Ты что себе позволяешь? Она меня еще учить будет. Иди работай. Нехорошо, как-то получилось. Ты извини, Саш. Ладно, проехали. Я нечаянно. Ладно. Все нормально? Не обошлось. Господи. Почему без стука? Это еще что такое? Подпишите заявление, пожалуйста. Изволь. Принцесса. Борисыч, ну беги. Ну, наконец-то пришла. А то мы тебя тут ждем, ждем. Поздравьте меня, я теперь еще и безработная. Ерунда все это. Пойдем-ка со мной. А кто это мы? Тьфу ты.
Я вижу, девушка ведет здоровое образ жизни. Ой. Да, мы с ней зарядку по утрам делаем. Ну что, так и будешь стоять? Позвольте представиться. Меня зовут Урмас Шольц. Это вам. На сбор у вас один день. Долго еще ехать? Прилично. С вами все в порядке? Мне не по себе в легковых машинах. После аварии с мамой. А как же ежедневные поездки на работу? В маршрутках как-то легче. Вообще, наверное, нужно привыкать. Все-таки непонятно, почему этот миллионер оставил такое странное завещание? Этот миллионер, Теренс Харпер, в конце 70-х часто приезжал в Москву по работе. Ваша мама тогда работала переводчицей, они познакомились и полюбили друг друга. Харпер тогда не смог бросить жену и сына ради русской возлюбленной. И несмотря на глубокое чувство, которое их связывало, он вынужден был с ней расстаться. Видимо, перед смертью он решил дать вам шанс, которого когда-то лишил вашу маму. Вы не знаете, кто недавно положил маме на могилу цветы? Я? Это тоже часть завещания Харпера. Спасибо. Цветы очень красивые. А почему все так сложно? Почему нужно обязательно выходить замуж за этого... за сына Харпера, чтобы получить завещанные деньги? Теренс Харпер был очень необычный человек. Он любил разыгрывать сложные партии. И в бизнесе, и в жизни. И даже перед смертью, как видите, он придумал свою последнюю партию. И доигрывать мы ее будем уже без него. И если вы сможете выполнить поставленную им задачу, то значит, вы стоите того, чтобы быть наследницей великого игрока Харпера. Ну и составить счастье его сына Джеймса. Вам очень многое придется изменить в себе. В процессе подготовки вам может показаться, что это выше ваших сил. Потому что нагрузка действительно будет очень серьезная. Но я бы хотел, чтобы вы знали, что каждую минуту, всегда рядом с вами будет команда. Ну и заветная цель впереди. Ну, я буду стараться. Очень надеюсь. Кстати, Фил. Фил будет заниматься вашей физической подготовкой и обеспечением безопасности. По-моему, он больше похож на киллера. Кажется, одним пальцем человека убить может. Да, имейте в виду, с того момента, как вы переступите порог центра подготовки, Саша Козинцева перестанет существовать. А на ее место придет... гражданка Соединенных Штатов Америки Сандра Сеймур. И последнее. В команде мы все общаемся на «ты». Так проще. Жутковато у вас тут.
Да только на первый взгляд.